Оценить состояние, радиус и кривизну роговицы, чтобы выявить остроту зрения и поставить точный диагноз. Современный авторефрактометр в кабинете офтальмолога ощутимо ускорил прием маленьких пациентов. Мы работаем с детьми. Кто-то не знает картинок, кто-то еще не выучил буквы. Данный прибор позволяет нам определить рефракцию, независимо от уровня подготовки данного ребенка. А в отделении кардиологии новый аппарат ЭКГ. По словам детского кардиолога Натальи Додуровой, он решил самую большую проблему в обследовании маленьких пациентов. Аппарат рассчитан именно на детей, его электроды фиксируются надежно. Мы не можем ребенка смотреть вот в этом же состоянии, в котором он находится. Не обязательно, чтобы надо успокаивать, чтобы он спокойно лежал. Нет, потому что это ребенку уже не объяснишь, что надо снять электрокардиограмму в спокойном состоянии. Новое оборудование в детском отделении медсанчасти номер 2 появилось благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Его реализация в регионе на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Обновление технической базы именно в этом году было действительно важным, рассказывают в медицинском учреждении. Мы можем принять большее количество детей, приблизили медицину к пациенту. Мы можем некоторые обследования, в том числе обследование УЗИ, проводить на дому, маломобильным пациентам, пациентам, которым противопоказано посещение поликлиники. В рамках нацпроекта 39 детских медучреждений в этом году получат более 80 единиц оборудования. Это и компьютерные томографы, и рентгены, и аппараты УЗИ, чтобы детей не возили на обследование во взрослые поликлиники и стационары. Гульфия Сафина, «События».